давайте порадуем детей домашними натуральными сосисками из курицы, ведь все детки почему-то без ума от этого блюда, а магазины и изделия высоким качеством не отличаются, делюсь удачным рецептом. Приготовить в домашних условиях сосиски очень легко, достаточно иметь под рукой кастрюлю, пищевую пленку и мясо, все получается легко, быстро и вкусно. Сосиски можно сделать впрок и хранить в морозилке, при надобности разжарить на сковородке, и готово. Смотрите и повторяйте. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте продукты для сосисок, вымойте тщательно мясо, приступим. Порежьте мясо на кусочки и пропустите через мясорубку или измельчите. В процессе добавьте кусочек масла и продолжите перемешивание мяса. Добавьте сырое яйцо, паприку, перец черный молотый, молотый кориандр, соль, молоко, перемешайте тщательно. Разложите на столе пищевую пленку, положите 2 столовых ложки фарша и сверните пленку, как конфетку. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Старайтесь плотно сворачивать сосиски, чтобы максимально убрать воздух, тогда изделия получатся ровными и красивыми, завяжите нитками края. Залейте сосиски холодной водой и доведите до кипения, варите на слабом огне минут 20. Готовые сосиски обжарьте на чайной ложке сливочного или растительного масла до красивой корочки, подавайте горячими с любимыми соусами. Вкусняшки, подписавшимся. Такие продукты будут нужны. Куриное филе, 500 грамм, яйцо, 1 штука, масло сливочное, 50 грамм, молоко, 100 миллилитров, соль, по вкусу, перец черный молотый, 2 щепотки, паприка молотая, 0,5 чайных ложки, кориандр, 0,5 чайных ложки, количество порций, 7. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Друзья, до новых встреч!